Всем пламенный привет, дорогие друзья, из ада, ибо здесь жарковато, потому что Нептун прошелся здесь с дробовиком. И да, мы нашли портал, в общем, мы туда сиганули, самоотверженно, и идем дальше. Видимо, искать Титана, да, и надавать ему по щам. Давайте, что ли? Горнило. Это название уровня. Да, мы прошли ядро Титана, кстати. Об этом свидетельствует надпись, которая была при загрузке этого уровня. Так, заберите горнило. Да, значит, мне нужно забрать это дерьмо, в общем, чтобы закрыть двери в ад. Да? Значит, испытание. Шарик и булава убить Манкубуса из пистолета. А кто такой Манкубус? Ладно, понятно. Разберемся. В две глотки. Убейте двух какодемонов одним выстрелом. Вау. Так, сейчас все будет. Убейте 10 демонов взрывчатыми бочками. Ну, вроде бы все как бы вполне себе выполнимо, да? Осталось только посмотреть, кто такой Манкубус. Я что-то даже и не помню. Так, а па-па-па-па-па-па. Ну-ка, кто это такой? А, ни хрена себе, это толстенький Манкубус, оказывается. Я забыл совсем, как его называют. Так, из пистолета, значит, да? Ну, круто. Ладно, давайте что ли, пора немножко посотрясать здесь всех. Сотрясать наше призвание. Что-то, знаете, необычное. Обычно по-любому все шли прямо, а я тупо пошел пониже посмотреть ништяки. И даже что-то нашел. Канистра, портал. Мне сюда по заданию, но мы сначала обшмонаем все здесь. Так. Дверь подозрительная и желтая, да? А еще закрытый портал здесь. То есть я, видимо, там... А, еще и синяя дверь. Круто. Значит, я здесь все выполняю. Потом я возвращаюсь, видимо, сюда. Здесь уже будет открыто. Потом вставляем дверь сюда. Ну, в общем, понятно. Здесь будем путешествовать взад-вперед. А это будет центральная комната, да? Куда мы будем возвращаться периодически. Ну ладно, давайте, что ли, в портальчик. А, сколько ништяков я собрал, а? Значит, грядет бойня. Тогда надо оружие побольше взять. Вот, например, это. Опа, флешечка. С базой данных? Что? Сердечко? Живое? Так. Кто тут у нас пришел? Импушки! Опа! Опа! И еще какие-то эти одержимые. Так, надо, наверное, их все-таки из автоматики побить. Стоять, куда пошел? Нет, не то. О! Точный выстрел, да? Кто там еще появился? Ау! Не надо! О, идеально! Давайте, что ли, достижение получать. Ну это, конечно, жесть какая-то. В пистолетике его рубить. Давай. Ну это, наверное, долго будет, да? Вау! Какой-то он дикий. Ну, давай. Подыхай уже! Ой, уйди, демон! Уйди, по твоей мать! Не мешай! Да сколько вас там? Хорошо. Живем потихоньку. Да, господи ты, боже мой, давай подыхай. Я уже устал тебя видеть, у меня пальчик устал. Давай, подыхай. Самое время уже подыхать. Не, серьезно говорю, подыхай. Да. Давайте для уверенности его вообще забьем пистолетом. О! Фух! Все, испытание пройдено. А теперь... Теперь я вас не буду щадить вот таким образом. Странствуя между мирами и эпохами, нашел путника на жалкое создание, чье имя не следует называть. Нечестивое это создание... Обратились на следующий путь,
она победила палача рода в прочные доспехи, выкованные в кузнице Хада, неразрушимые и не гнущиеся. С мечом и щитом невероятной силы начал палач Рока истреблять все, что до сих пор избегало ярости его. Ну да, было дело. Было дело. Да? Мы немножко погуляли. Но я тогда просто был не в настроении, там, знаете, расстался с девушкой, у меня была депрессия, я много пил и решил, конечно... Немножко раскрепоститься, да? Демоны просто попались под горячую руку, такое бывает. Кстати, бочки. Надо убивать демонов рядом с бочками. По возможности, да? Ну-ка, топайте сюда. Давайте, родимые. Давайте, давайте, давайте. Да! Вот так вот, вот так бы всегда. Подыхали? Хорошо. Сколько я там уже сделал? Три. Только три. Только три, бро. Хорошо. О, бензопила. Ништяк. Патрончики, картич. Активируем это дело, да? Вау. Тихо, кто это здесь? Ага, рыцари ада. Давайте сюда. Я вас немножко покоцаю, да? Чуть-чуть совсем. Чтобы можно было бочкой вас убить. Так, ну вроде бы покоцал, да? Так, давайте сюда. Смелее, бро. Второй тоже, давай сюда. Бро, подходи. Твою мать! Они не сдохли! Они ни разу не сдохли. Еще и этот появился, мудила. Ай, блин. А больше нет бочек, да? Бочки. Бляха-муха, больше нет бочек. Плохо. Да, короче, плевать. Это долго убивать тебя с прицела. Буду тебя бить в рукопашку. И да, размочил голову этого ублюдка. Басвальд. Ой, хрюкает, он хрюкает. А вот это, видал? Твою мать, видал, 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 видал. А, подожди, подожди. Вот еще что есть? Что значит без модификации? Какого хрена? Активируйся. Так. Кстати, да, когда стреляешь в голову, они умирают быстрее. Так, что у нас здесь? А, демоны. Кто-то хочет на бочку нарваться, да? Так, давайте сюда. Сюда, братишки. Топайте, топайте, топайте. Давайте, 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 давайте. Да, детки. Давай, 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 смелее. Что? Тебя-то кто тронул? Тебя же никто не бил. Так, не будем пока трогать эти ништяки. Так, были еще... А, вот еще бочка, да. Еще две бочки. Давайте быстрее, ёб твою налево, расторопнее, ребята. Как бы бочки стынут. Как и водка стынет на столе, но бочки стынут быстрее. Ой-ой-ой, чё себе вы дерзкие, ребята. Получайте за это. Так, 9 из 10 уже. А тут ништяки, черепочек. Отлично. Что может быть лучше халявного черепка? Только черепок, который можно нажимать, да? Вау, как а демоны пришли. Так, а что у меня были с ними какие-то там? Убить как а демона в двух одним выстрелом, да? А как это можно сделать? У меня есть пара предположений. Например, использовать Big Fucking Gun. А, ну-ка давайте. Блин, у меня нету Big... А, нет, есть. Я уже испугался. Так, стоять. Да! Детка, это круто! Посмотрите, все достижения получены. Ах, приятно играть, когда осознаешь, что тебя больше ничто не сдерживает. И можно валить всех, 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 всех вокруг. Даже таких ублюдков, как этот.
Да, получай. Импушка, не убегай далеко. Не убегай, сказал. Ты где? Хорошо, он подустал. Этот тоже? И что ты мне сделаешь? Я же неуязвимый. А, это ускорение. А я почему подумал, что это неуязвимость? Да, кто еще? А, ты, бро, привет. Да, кто еще? Ага, что-то у вас здесь сегодня появилось-то немало. Сдохни, сдохни, ублюдок! Да. 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 Так, кто еще? Стерва летающая! Да, деточка. Значит, мне бы, знаете что, бочку подорвать? Вау, тихо, 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 тихо. Ты чего такой дерзкий, а? Взял, подбежал, пытался меня даже ударить. А это что? А, это карта. Точно. Забираем черепок. Иди сюда. В карманчик. Обожаю таскать всякие черепки. Кровушка потекла. Хорошо, портальчик. Да. Как я и говорил, мы сейчас, наверное, попадем в ту комнату, да? В центральную. Да. Но здесь уже весело. Кто-то, видимо, появился. Или нет? Или нет? Хм. Так, у меня желтый. Да. Открывайте ворота! Нептун идет! Погостить. Так, а это что? Какой-то рычаг? Какое-то механическое устройство. В аду. Подозрительно. Хорошо, и что я сделал? Что я нажал? А? Ну, допустим. Так. По заданию сюда. А, я портал изменил, да? Конечную точку портала я перенаправил. Так, веселуха началась. Хорошо, ой, супер ущерб закрыт. Не взять. А, блин. Как не вовремя. Ладно, будем по старинке. Да. Да сдохни ты, ублюдок. Залп, пускай, бро. Да. Так, убил. Ой, как и демон. Тихо. Ты же не серьезно, да? Ты же мой бро. Ты должен подписаться на мой каналчик немедленно. И ты тоже. Хочешь, 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 хочешь. Крутых хорроров. Подписывайся, бро. Как и демон. Да. Пора тебе уже подохнуть. Я по глазику соскучился по твоему. Да. Опа! Глазик, давай сюда! Блин, я их всех обезглазил уже! Ревенантики! Два ревенантика! Если не три, да? Воу-воу-воу, какие-то дикари! Дикари, твою мать! Big fucking gun, действуй! Да! Круто! Так, кто еще остался? Кто еще такой смелый, а? Ай, они мне супер ущерб давали. Замечательно, как вовремя. Хотя, да. Хотя реально вовремя, так? Да, детка. Да, ой. Да, детка. Да, деточка. Хорошо. Да. 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 Получай, щенок. Не дозрел еще до меня. Ух, как прет. Так, надо что-то покрупнее взять, потому что у меня... Ай, плохо все. Нет, ну твою мать, дайте нормальное оружие. Ладно, пусть будет так. Твою ж мать.
Ладно, хоть что-то более-менее успел сделать, да? Хоть какую-то выгоду взял из этого суперурона. Так, все? Зачистил? Ублюдков таких. Да, кстати, надо не забывать, что у меня, по идее, еще нету одного мертвого демона от бочки. То есть я испытание еще не выполнил. Так что надо это дело исправлять как можно быстрее. Так, ну все, взял, да? По идее. Так, а что у нас на карте есть полезненького? Ничего, да? Хотя вот что-то здесь вот есть. Но это где-то дело далеко. Не хочу я туда бежать. Мы пойдем вот сюда. Иди сюда, родимый. Хм, так тихо. Знаете, такое спокойствие, прям затишье. Это все обманчиво, друзья. Вы же знаете Doom, да? Иди на родину, бро. И не забудь подписаться на канал, бро. Давай, 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 Сезам, отворись. Знаете, я словно джедай какой-то. Так. Перенаправляем портал. Да? А, вру, я не перенаправлял портал там. Он же был закрыт, да? Я его просто открыл и прошел дальше. О, тихо, тихо, тихо. Гуляй ты, парень. Не надо у меня перед мордой появляться, это некрасиво. Да, вот новый проход. Не рычи, бро. Ты кого? Ни хрена, он прыгает. Иди сюда. Распрыгался. Получай рогом по яйцам. Еще один. Так, 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 я понял намек. Я ухожу. Я ухожу. Было приятно с вами поиграть. Да, детка, уйди, 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 уйди. Да твою мать, ты помешал моему запу. Ублюдок такой. Оп. Ладно. Дело-то дрянь, потому... Воу! Зашибись, он его убил. Ай! Я все-таки здоровье забрал, ладно. Все, я успокаиваюсь. Так, хорошо. Еще один. Бегун. Да. Разбегались, ублюдки, это же не круто. Стоять! Стоять! Куда разогнался-то? Такие, знаете, все пытаются меня догнать, что-то хотят от меня. Но не тут-то было, да? Хорошо. Приземляйся, чувак. Хватит летать. Да. Три точных выстрела в морду. Что может быть приятнее? Опа, барончик. Отлично. Мы по тебе соскучились. Вау! Блять, что это нахер? А, два барона! У-у-у-у! Это был нежданчик, друзья! Хрен ли, я не знал, что там два барона! Ну что, барончики, я вернулся. А вы где? Барончики, это твою мать! А-а-а! И давайте сюда! Вау, твою мать, ау! Ни хрена вас тут, блин, два... опять что ли прибавилось? У вас пополнение, да, в запасе? А-а-а! Не зажимай, ублюдок, меня! Не люблю это дело! Получай, поганый зашкварник! Что, мало? Да на побольше, бро! Не жалко, для тебя персонально! Пришли счет! Мне на имейл, бро! Так, хорошо. Мы затащили это дело. Фух, удалось непросто. Да. Что это такое? Что это за звуки? Что-то где-то открылось? Да? Давайте проверять. Так, что где открылось? По карте мне вот сюда. Ну-ка. А, секретный проход.
куда-то вниз, в подвал, да? Так, ну ладно, возьмем дробь, хотя нам она не нужна, и тупаем сюда. Как это круто. Да, я по-эпичному приземлился. Давайте что ли послушаем немного местной радиостанции? Но когда пал могучий титан и ужас объял армии судьбы, жрецы-демоны из храмов крови устроили ловушку на палача Рока. Не удовлетворившись даже победой над великим, искал путника до новых жертв в гробницах кровавой твердыни. И зашел в ловушку, ослепленный рвением своим. Обрушили жрецы храм на палача Рока и погребли его, побежденного, под проклятым саркофагом. Печать палача Рока была выжжена на его гробнице. Предупреждение всему аду, что не должен быть никогда освобожден ужас, что сокрыт внутри. Там и лежит он, недвижимый в безмолвных муках. Знаете, вот слушая вот эту вот всю предысторию, да, событий, ты невольно восхищаешься собой, ну, то есть героем этой игры. Он реально был крут. Он поставил на колени, на минуточку внимания, друзья, ад полностью со всеми его обитателями, все в страхе перед ним. Я был в гробу, в этом саркофаге. Но теперь меня открыли, и я всем показываю Кузькину мать. Здорово. Давайте, что ли? Да! Так, это я где? А, как и демоны, ну вот как вас бить? Неудобно. Прыгать не могу. Стрейфом пользоваться нормально тоже не могу. Ну, вроде бы получилось, да? Очко улучшения даже заработал. Смотрите, какой я молодец, да? Опа, 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 опа. Сюда, бро. Угу. Немножко шотганчиком поиграем. Знаете, одно из моих любимых оружий, но я его так редко использую. Получай, зашкварник. Получай. Не жалко? Не жалочка, бро? Не жалочка. Не жалочка. Новое слово, да, я придумал? Не жалочка. Хорошо. Опа. Чуть не пропустил этого ушлепка с моей флешкой. Отдай. Да, неплохо. Так, ну все, по идее. Так, претарианский жетон у меня есть. Бочка, точно! Ребята, у меня же испытание не пройдено. Всего лишь одного убить. Рядом с бочкой надо как-то здесь. Так, но здесь бочек я не вижу. Даже в упор. Хотя кровушка стекает. Из этой пасти. Куда топать? Куда мне топать ножками? Наверное, куда-то наверх, да? Давайте сюда. О, дрончик. Как давно я их не встречал, да? И что мне сделать? Что мне улучшить? Что это за осадной режим, кстати? Надо проверить, да? Давайте проверять. Нам только найти кого-нибудь для этого дела. О, сколько ништяков! Круто! Он не должен дойти до горнила. Бро. Давайте, мать вашу, нападайте. Вау! Вот это мощь! Да! Вы только посмотрите, всех же херачу! Так, хорошо, мне, видимо, туда. Да? Посмотрите, какой череп. Прямо в скале. Да? Это все, что ты можешь, бро? Хочешь, я покажу свой удар? Опа! Мазафака. Воу! Так, ладно, переходим в основной режим. Да, детка. Да, детка, ни хрена! С одного удара всех вырубаю. Это же круто, по идее. О, привет! Твою мать! О! Ни хрена! Вы видали? Вот тот тип убил этого типа! Ну, этот тип все равно жил, так что конец истории, да?
хэппи-энд. Да, детка. Получай конфетку, да? Привет. 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 О, твою мать, иди сюда. Я уже сказал тебе привет, значит, ты должен был умереть. Так, у меня патроны кончились, да? А значит, будем разрывать его так. Да. Да, детка. Ревенантики отжигают, как и демоны тоже. Давай, 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 давай! Из последних сил! Ладно. Граната вампир. Давно не использовал я это дело. Ха-ха. Да. Немножко подкачали себе здоровье. Что тоже неплохо. Да! Эпично, твою же мать. Как же это эпично. Да сдохни уже. Сделай одолжение себе и людям. Умри нежно. Умри нежно. Что за бред? Ладно, вот такой бред. Получаю ногом по черепу. Любопытная морда там смотрит на меня издалека. Пампушка прыгнула, да? Опа. Да. Что-то как-то он не хочет умирать. Почему ты не хочешь умирать? Почему все умирают, а ты не умираешь? Это не круто. Еще одна пампушка пришла. Хочет моего переметчика отведать, да? Воу, ни хрена. Ты даже так умеешь? А я вот так умею, видал? Воу, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, один хп, один хп. Один хп. Это было опасно, бро. Я мог погибнуть. Смерти героя. Да? Улучшение получено. Ништячком все дело идет. Так, еще здоровье. О, почти 200. Фух, реально, я с этим одним хп малость напрягся. У меня все сжалось там внутри. Так, ладно. И все-таки испытание не пройдено. Надо найти бочку. Посрочнее. Иначе мы упустим это дело, потому что уровень... судя по тому, вот по тем жетонам наверху, да, у меня остался последний, пятый жетон. Судя по всему, уровень подходит к завершению, да? Ускорение взял, ну, не знаю зачем, конечно. Глупо, конечно, брать его сейчас. Ну ладно, плевать, раз взяли-то взяли. Давайте, что ли? Так, а это еще кто? А-а-а, демон! Рыцарь ада! Ой, нет, это барон! Ну, подыхай, что ли? Хватит. О, подох. Отлично. Неплохая игра. Так, флешку мы возьмем потом. Сначала битва. Да твою мать, что ты не подыхаешь-то? Вообще не хочет подыхать. Ни разу не хочет. А если в голову? Привет, бро! Ха-ха! Да, твою мать, эпично. Так, опа, у меня осадный режим заработал. Подходи, подходи, подходи. Так, сзади никого нет? Хорошо. Да, детка. Вау-вау-вау, тихо. Так можно и поранить вообще-то. Ну, типа, все. По идее, всех убил. Забираем флешку и идем дальше. Так, хорошо. Воу, опять осадной режим detected. Да, детка? Все, что ли? Мастер оружия, огневая мощь. Выполнена на, значит, сколько это? 25, да, процентов? О, нет, вру, 20%. 1 из 5, это 20%, да? Опа, блять, твою же налево. Так, чё бы такого мне использовать? А, двойной дровой. Давайте, что ли? Будем валить их олдскулом. Они какие-то полуневидимые ублюдки, это не круто. Они, видимо, тоже прокачивают себе какие-то навыки.
Так, минус 2 уже. Ау, тихо, минус 3. Да. На, падла. Минус 4. Фух, эпично. Так, а что у нас здесь открылось? Какие ворота? Какие секреты? А, вот эти. Это тоже неплохо. Напоминаю, что мне нужна бочка. Напоминаю, так, понятно. Ловите ракеты. Так, хорошо. Хорошо. Да нет, не рычи, все хорошо. Все хорошо, бро. Все хорошо. Кто еще? Кто еще появился? А, никого, всех застращал, да? А, няшество. Опачки, зеленая броня. Гопачки, жирный ублюдок появился. Да. О, кто-то проголодался? Нет, нет, я его всего лишь обезвредил, тросик его вытянул. Видимо, они... У них, знаете, питание происходит через этот тросик. И они явно недовольны, когда я его вытаскиваю, да? А если быть точнее, я его нагло обрываю. Так. Проклятый барон. Как же ты меня достал? Да пора подыхать, да, детка? Рогом по морде. Так, неплохо. Неплохо. Душенька улетела. Я уже не знаю, я его всем просто тупо, всем оружием из своего арсенала расхерачил. Ну, пистолетиком только не бил, да? Ну, это глупо. Ну, ладно, побил пистолетиком. Вот этой хренью. Так, давай, прям по ноге. Замечательно. Зачистили. Так, здесь по-любому есть секреты. Например, там. Так, это выход. Да твою мать, где же бочечка последняя? Не хватило. Хотя я мог это сделать, я просто, знаете, увлекся убийством этих ублюдков, что забыл совсем про это дело. Что-то подозрительно много мне дают здоровья и брони. Как бы чего плохого здесь не было. Реально? Ну-ка. Так, меня куда-то телепортируют. Так, я так понимаю, что это будет босс, да, очередной? Ладно. Будем как бы в курсе. Так, и где я? Вау. Вот он! Вот, эта хрень, которая мне нужна. А ты еще, мать твою, кто такой? Так, какой-то червяк залез к нему в пузо. Зашибись, друзья. Это наш второй босс по счету. Вау! У него какая-то защитная, это... сфера. И что делать? Атаковать, пока сферы нету, да? Окей, понял намек. О, блядь, что это было нахер? И как я это дерьмо должен, по-вашему, избегать? Хорошо. Вау, тихо, бро. Живем потихоньку, да? Вау, как? Вот как? Замечательно. Так. Хорошо. Он мне дал патрончиков. Ждем. Ну-ка. А-а-а! Их три штуки, да? Мне нужно просто между ними как-то удачно встать. Все, понял. Во, видали? Укрылся же, да? Зашибись. Давай, снимай сферу свою проклятую. Вау, больно сейчас будет.
А, блять, не успел. Ладно, держимся. Вау, больно сейчас будет. Так, надеюсь, он не лечится, да? Так. А, фух, божечки. Давай, нападай, бро. Вау, он задел меня впервые. А мне бы жизни, бро. Я даже не обижусь. А, блять. What the fuck. Я, кстати, научился играть против этого ублюдка такого. Значит, дело в том, что он снимает сферу, когда атакует. Поэтому нужно подгадать момент. Это во-первых. Во-вторых, да, здесь нужно просто подождать, пока он выпускает эти огненные шарики, и выбрать либо лево, либо право. И тогда... Ну, вы поняли, да? Так, тихо. А, успел. Да твою мать! Вот знаете, не успеваешь... Не всегда я успеваю сообразить, что пора стрелять, потому что мысли заняты как бы уклониться от его выстрела. Так. Живем потихоньку. Воу, как-то рановато он это дело запустил. Твою мать. Давай, уже подыхай, я твою налево. А это что? Это что еще за дерьмо? Вау, это впервые я вижу. Как бы горячо. У него еще щит. Давай, прекращай это дерьмо. Да, блин. Вау, новые эти пошли. Атаки. Это круто, на самом деле. Ну, давай. Опа, что это такое? Что это? О, да какого хрена? Что это было? Да мать твою, я только обрадовался, что его решил убить. Почти убил уже. И вот тебе на тебе. Приехали. Так, бро, выживаем. Знаете, я заметил одну интересную фишку. Если не давать ему здесь командовать, то он не будет атаковать какими-то непонятными хренотенями. Главное, просто его бить вовремя, чтобы он назад отпринивал. Вот посмотрите. Я ему уже больше половины жизни. Вот смотри. Опа, видали? Вот так вот. Вот так вот, не давать ему атаковать. Не давать атаковать, ублюдку. Просто не давать, нещадно не давать. А, блять, получай. Не давать. Да, я сказал не давать! Так, пора ему застращать этого ублюдка. Получай биг факин ганом! И давай мне свои жизни. Еще разок! Да! Еще разок! Да! Да, я получил! Я получил это дело! Я убил этого ублюдка! Да, детка! Как же я рад, бро! Как же я рад! Я просто, знаете, я пляшу в душе от счастья! Фух, бля, муха. Так, ладно, а это кто? Страж ада? Вы какого мачушу хрена ожили? Я только обрадовался. Я думал, это самое страшное, что может быть здесь. Вы что, охренели, что ли, двоих-то? Убери это дерьмо. Зашибись. Не-не-не, подожди, бро. Как? Зашибись. Не, серьезно. Да ладно. Вы же серьезно? Ну, у них хотя бы щита нету. А, у них еще и жизни падают, да? Ну ладно, это уже как бы более-менее. Уже более-менее. Жахаем этих ублюдков-близнецов, да? О, они, кстати, два одинаковых, реально. Надо одного какого-то убить, будет попроще. Да, смотри, тужится. Не могу личинку выложить. А, умрите. Он хочет в Юлу поиграть. Вау! Отвали, придурок! Вау! Нет, не надо в меня стрелять. Опять он личинки откладывает. Может быть, в осадный режим? Ну-ка, давайте. Осадный режим, попробуем. Ведь, по идее, это круто. А, тихо. Да,
Воу! Да! Да, детка! Да твою ж мать! Да! Реально? Осадный режим довольно-таки зверская вещь. Ну ладно. У меня Big Fucking Gun остался? Нет, ноль. Просто тупо ноль, ничего нет. Ладно. Давайте так. А, турелька, давай, выдыхайся, работай на полную. Отрабатывай свои очки улучшения. Все жетоны, что я на тебя поставил, бро. Пора бы уже отработать это дело. Ладно, осадный режим здесь не прокатывает, потому что здесь нужно постоянно бегать. Давайте, что ли, обычным. Обычной оптикой здесь поиграем. Опа! По жопе. По морде. Да! Еще немножечко! Да! Так одного почти убил так. Уйди! Уйди! Пошел нахер! Пошел нахер! Пошел нахер! А, блять, а, блин, не добежал. Потому что какой-то ушлепок меня мне помешал. О, давай. И в бой, детка. Давай, проламывай ему череп. Ибо нехер со мной шутить. Да, все, скомандовался, да? Теперь и тебе туда дорога. Да. Иди сюда, маленький паразит. Ибо нехер. Ой, всего лишь маленький червячок. А сколько проблем. Ужас просто. Очко улучшения оружия. У меня и так был вроде бы максимум, да? Так, ну все, вроде бы ничего здесь не осталось. О, достижение. И где вас хранить? Круто. Достижение заработал. Эпичненько. Так, и что делать? А-а-а. Эй, палочку сюда отдай. Красиво. Красиво. Знаете, я бы себе над компом поставил такой девайсик, красивенько смотрел бы по ночам. Он бы играл роль ночника. Что? Активация силка? Что вы делаете, ребята? Фух. Нет, ну смотрите, почти идеально все прошел. Одного не хватило секрета, и то одной бочки. О боже, я не знаю, как с этим жить дальше. Ладно, друзья, давайте здесь мы остановимся, да? Это была эпичная серия, были боссы, была мега-битва, куча мяса, да? В общем, все очень круто. И, видимо, следующий уровень, возможно, будет последним, потому что у нас есть уже этот агрегат. Мы завалили второго босса, и, по идее, закрыть врата ада осталось... Ну, до этого осталось совсем чуть-чуть. Друзья, давайте, всем спасибо за внимание, ставьте пальчики вверх, поддержите видео, оно не должно пропасть где-то на просторах Ютуба. Ребята должны посмотреть это прохождение, ибо оно мега-эпично, друзья. Не пожалеете. Всем пока, до новых встреч. Зафоткаю! А теперь бежать! Бежать! Бежать, бежать, бежать! Ага, обломись. Хорошо. Бежать! Бежать! Оп! Все-таки зацепил, ублюдок. Давай. Так, он уже дымится вовсю. Что-то делать, да? Что-то делать. Нажать? Иглой там воткнуть, нет?